Всем привет, с вами Шуха. После недавнего видео с проклятым аккаунтом мою личку завалили сообщениями. Тут аккаунт еще хуже, там отказались 10 бустеров, ну и в таком духе. По всей видимости, надо снова ввести постоянную рубрику «Проклятый аккаунт». Сегодня на очереди действительно необычная заявка. Вот сообщение от хозяина аккаунта. Кому интересно, ставим на паузу и читаем. А если вкратце, по его словам, достаточно одной игры, чтобы понять, что такое скрытый пул и что он существует. Оказалось, что и бустеры играли стаком на этом аккаунте по 2-3 человека с отрицательной статистикой. Скажу так, аккаунт сразу дал понять, что с ним что-то не так. Мы просто не могли найти игру, причем очень долго. Как вы поняли, проверять этот аккаунт на себе будет стример-ютубер Владик Нагата. Всем приятного просмотра. Я вот смотрю, я смотрю, ты молчает. Задумался. Не-не, я вот... Не-не, зачем? Он же есть Faceless Void. Ладно. Faceless Void. Я выбираю. Ваша очередь выбирать героя. Героя, поехали. Faceless Void. Ну, он сильный, на самом деле. Главное, через правый аспект. Может, тебе еще и аспект выбрать? Нет, тут я разберусь. Ну, хорошо, спасибо. Сет, смотри, какой новый. Я первый случай такой вижу, какой-то смешной такой. Это скрытопульный сет, кстати. Он похож на Рубика. И это самый руинерский сет. А мы его оставим специально. Хорошо. Ты думаешь, поэтому у него аккаунт проклят? Думаю, да. Думаю, если он фанат Вайда, мы нашли корень проблемы. Да, ребят, вы уже вначале слышали, где я говорил, почитал сообщение там, туда-сюда, что-то там, какие-то бустеры в пати пытались забустить, не получилось. Человек уже там несколько месяцев не пишет, жалуется на этот аккаунт. Ну, взяли за тесты 4К, посмотрим сейчас. Мне больше интересно, почему они решили взять 2 контра, даже не видя меня, так чисто по приколу. Я люблю, знаешь, когда керри-игроки моей рубрики играют на Вайде. Любишь смотреть на страдания в онлайн? Да. Я люблю, я знаю, что ему нужно время там и так далее, там тоже какие-то обстоятельства определенные. С нулевой тоже бывает жарит, но... Не, вот не всегда нравился, но такой герой, который, знаешь, он требует... 2 энергосов выпитых, 2 подходов на турнички и, не знаю, тройного зума на мониторе, чтобы просто смотреть и не моргать. Опять, уже второй раз. Ты видишь? Ух ты! Это что-то реально подозрительное. Какой-то аккаунт. Какой-то скрытопульск попали. Мне кажется, тут уже надо тарологам какие-то расклады делать, обращаться, карму чистить аккаунт. Ребят, уже третью игру мы не можем просто... В 2 предыдущих чувак не загрузился. Так, Фантом Ковбани, Войд. Не, ну Войд таки хочет, чтобы ты на нем сыграл, понимаешь? Я вот на этого молодого человека смотрю, на Кире сейчас Етора играет. Не-не-не-не-не-не. Ваша очередь выбирать героя. То есть такого ты не готов. Давай, я... Вот, я хочу, у меня есть герой, который я хочу, чтобы ты сыграл. Это Войд. Это авантюра в Скрытопульске, поехали. С 5-кой снайпером, у нас хорошая компа уже. Шедевральная, я бы сказал. Хочется этого топового пуджа из новой трежерки, но жаба душит купить его. У меня есть прекрасное решение, а именно новый проект Жабка Скин, в котором, поверьте, не жабятся на скины. И я покажу, как на изичах лутать неплохой дроп по своей личной тактике. Первым делом заходим в курятник, делаем ставку, выбираем сначала верхнюю правую, затем нижнюю левую, а затем снова верхнюю правую. И вот 2 икса уже в кармане, этого более чем достаточно, поэтому остановимся. Помимо этого на сайте есть и другие не менее интересные режимы, например колесо, где цель игры это угадать, какой цвет выпадет следующим. Ну а в режиме мины нужно терпение, потому что здесь главное не подорваться, а умножать свой баланс с каждым ходом. На жабке проходят постоянные розыгрыши с хорошими призами, в которых можно участвовать хоть каждый час. Вариантов пополнения баланса множество, от карты до крипты, используемый промокод можно добавить дополнительный плюс 15%. И кстати, если активировать его в барабане бонусов, то можно получить дабл дроп. Вывести же кэш можно в деньги на лист скин, ну а для новых пользователей есть еще один приятный бонус от меня, это промо на бесплатный сундук или деньги на баланс. Все промокоды, как и ссылку на жабку, я оставлю в закрепе под роликом. Удачи! My path on spools. Видимо, на жетонах. Слушай, снайпер. Мне кажется, тот самый 5-ка снайпер, который с тобой фармить сейчас будет. Опять багнулось. Да. Звук багается каждую секунду, ребят. Удваивай ставку. Я могу на тебя надеяться. Слушай, мы не будем троллить и колить ульдивса по приколу? Нет, ты можешь делать все, что угодно. Можешь по приколу колить. И на лоу хп чилу говорит санстрайк аккуратней. Фурион летит, беги. Если фуриона нету против. Знаешь, можешь обмануть как хочешь. Это же твоя авантюра в скрытопульске. Так, в скрытом пуле есть одна шмотка, которая помогает из него выбраться. Угу. Секретный. Нет, реально. Секретная разработка НАСА. На зоне 51. Ты там с 2012 года кто-то играет лучше через МБ, конечно. БМ. БМ. Чего они там разговаривают? Знаешь, вот эти диалоги... Я сейчас поиграл на ломом... О! Помочь снайпера, пусть убьют. Ах. Так, ладно, сейчас на ZXT. Мы его подловим.
А чё прям? Слушай. Чё-то дубайская авантюра какая-то происходит. До конца или нет? Домой. Ебать! Это база, это база. Лучше сдохнуть, ладно. Да, лучше сдохнуть. Я тоже так считаю. Лучше сдохнуть. Да. Чем сейчас фул хп вернуться на линию. Но чем ниже рейтинг, тем поднее пуджи. Это база. Да тем, чтобы он тэпнулся после возрождения вторым 5 секунд и не получил. Ой. О, ловушка. Так, я не пимался, все нормально. Ловушка Джокера. Верка соло хард. Главное, чтоб не через пастлинку. Смотри, он меня пингует на крипов. Чтобы я ни в коем случае не пропускал. Не, ну будешь красиво тебя... Да, так я реально, ну, у меня КМС по стрейфам от Хука, и даже он меня переиграл. А ты... У тебя не было такого в голове, что когда ты Void нажал, ну, точнее, первый спелл, таймволк, да. Не было такого ощущения, что сейчас вот просто тебя хукнут после да, этого? Да, да, у меня уже флешбеки сразу моментальные, да, вот у меня то же самое сразу. Когда ты вылетел, я сразу думал, сейчас полетит хук и тебя хук цепанет. Я не хотел отпрыгивать, пока хук не потратится, но я подумал, что меня могут там на лоу хп просто зачинить стань. Ой, ну короче, это Ну короче, убить, да? Да. Не, ну мы нормально фермим с снипером, у него еще, кстати, закуп такой. Стартовый керри, бай. Ой, переиграли. Лучше бы он не тебя хукал, а снайпера, потому что там волк есть, как бы странно. А по ощущениям, он в него и целится. Так, пуч, он целится, где-то спрятался, патч целится, я чувствую. Блин. Его, да, целится, нашего детка. Че, ребят, он без войса? Понял, блин. Не, хел на леге 100% не стесняется. Порядок, все пишут, порядок. Видимо, они, наоборот, слишком часто ее войс вязали. Да. Так, у меня уже 20 секунд, знаешь, я играю в хоррор вместо доты. Вот я про это. О, говорю. наконец-то нашего снайпера подцепили, сейчас его убьют. Ага. И зачем? Ладно, я шучу. Все правильно, разменять надо. Нет? Или да? Не, если бы я прыгнул, меня бы трахнули. Жестко. А, ты из тех мерзких типов, которые до последнего будут динай, да, вот этого знаменосца? Конечно. Мы ж ментальные нет. Игры. Ладно, башек 2. Не, могу, конечно, прыгнуть и сдохнуть, потому что 0 баши выпадет. Ну, мы это оба понимаем, да? Давай, проверим. Ага, ну я про это и говорю. Это такая база. А знаешь, почему я это сделал? Что меня меда сквикбая? Могу себе позволить. Фласку скинуть родному. Нормально. Нормалдаки. Плаки. Вот за что я люблю Вайда, ребят. Когда ты отправляешь хайп от ТС игрока играть на Вайде, обычно эту как бы линию вот так вот возьмешь и не выиграешь. Там тоже элемент фарта играет свою. Опа. Слушай, на карусели хукшот, мид-хук точнее, нашего снайпера нормально так покатали. О, мне это нравится, Вадик. Я именно этого и хотел, чтобы было сложно, и ты должен был камбэкнуть соло, чтобы еще команда там нервничала. Там, видишь, Льонка не играет, а только чат пишет сообщение. Так, чувствуешь хукшот сейчас? Мид-хук точнее. Нет? Дышим под апсом. Я на мид варды ставить ты соло. А, это наш кит. Ой, не достал чутка. Я думал, это снайпер. Я тоже думал. Это... Один дед, второй дед. Это, оказывается, второй дед. Да, еще и не убил. ИГВ. Что он делает? Я на мид варды ставить ты соло. И такой, знаешь, Зевс. Даже кири соло не будет, пойду и нафижу. Шоу Папича, Зевс Фидани. Знаешь, что Шейкер Фидани? Выключите ему даггер. Да. Так, ладно, я по момочку пойду, вроде норм нетворс надо будет. Тут прикол в чем? Void жрет дерьмо против Phantom Tracker. И нам нужно сейчас будет темп навязать в каточке. Надо чтобы... будет его несколько пристрелить, соло убить, там, здесь, там, красиво все сделать, реализовать хрона с момом кого-нибудь пристрелить, да. То есть тут надо все что-то... Здесь нельзя ошибаться, здесь надо... Опа. Не, ну слушай. Это что за... Будет топ, его можно... Смотрите в топ. Под шестой, кстати. Ой, рискнул.
Это был жесткий риск. У вас 0 дэмэджа, и он сейчас не реализует дуэль, потому что не хватит урона. И из-за этого будет нервничать и плакать. Понимаешь, да? Нормально, нормально. Сейчас снайпер подойдет. Он пикает. Смотри. Пошел, пошел. Виндран не включил. Ну-ка, хватит дэмэджа? Блин. Уже нервы пошли, видишь? Инкогнито предикты такие вещи. Пошел, скорее всего. Что, не ты? Смех бара получил. Что прям похоже. Не получилось. А экспу получили? Угу. Так, ну вообще, я очень хочу захоронировать эсэфчика. Потому что, ну это наглость. Так, давай, давай. Ну момочка не хватает, так бы засолил бы его. А, там еще пич-пуч-пач. А, тут все, тут трое или четверо. Его на ZXC посадили, слышишь? Да, еще. Шлардар еще бежит из боковой. Ладно. Я так за крипами встану. Угу. Не-не-не, мужик. Эти истории расскажешь в другом селе, либо в школе. Хорошо! Ладно. Тусуемся весь день, потом отходим два дня. Ты умер? Да, у меня эта настройка стоит с тряской нереальной. Сейчас. А, из-за этого умер? Да, из-за этого умер. Да я вообще думал, ты это не озвучивай, это очевидно. Дрожание экрана. А ты не заметил, что это там волк типа в КД или что? Или какой план был? А, план был... Или ты не заметил, что Дохрума себе VR ультимейт выдавила? План был от Зусика дэмэдж получить, хроносферу. Mm. Не хватило. Да не, на самом деле, я выбрал путь нищего самурая с момчиком, mm-hmm. без мидаса. Сейчас... Короче говоря, ты не захотел выходить из скрытого пула, ты захотел играть в нем, правильно? Да, да. Давай ты царем скрытого пула. Лучше быть первым среди шакалов, чем последним среди волков, правильно? Mm-hmm. Ребят, убейте лансера, бойте. Элисардар, давай прыгай. Дуэль? Тут еще. Опа, плюс дэмэдж. А он нам даст по 8 урона, или он не взял этот моментик? Не, не взял. Так, начало. Сейчас по макро будем реально переигрывать нереально. Через 20 хрон. Реально, нереально? Ну давай. Минимум почти. Бел большой, проблема. Ладно, да, вот. Это была ошибочка. Ну мы его разведем. Что, может без хрона получится? Легенда. Просто из баши его не выпустили. Он баши 6 или 7 словил в сумме. Да. Это, по-твоему, здоровая тема? Слушай, ну ты знаешь, как говорится, настакал карму на линии за все... Ну ты же понимаешь, что как бы ты ни сыграл в скрытопульске, видос все равно выйдет. Бэллу аганим летит. Да, понятное дело. Я уже давно вышел из касты Hype TS Pro плееров за XC Movic 100 на 0. Я уже больше такой пивной игрок, поэтому могу себе позволить. Ой. Нормально отмазываешься. Да, да. Как оценишь свои шансы на победу в этой игре? Подумаю. Сейчас внимательно подумаю. О, можно убить ее, все. Тут это труп. А что за промахи? Это Виндран. Бесконечная кнопка. Не-не, они Виндран уже закончился, все равно промахивался, не? Или не, не, замаксил? Он как раз замаксил, да. Я ждал, пока я нажмел. Бедного снайпера, просто во все дыры. Это просто пятерка. Забавно, да? У одного снайпер пятерку дугози. Ну, СФ. Надо было прийти тоже. С драфтами какая-то вообще дичь происходит. Да, да, я же говорю, ну это реально аккаунт какой-то, видимо, из-за порядочности низкой, или еще из-за чего. Какой-то вот необычный аккаунт. Ну, хозяин АКО точно прав. Здесь что-то не так. Учитывая, что мы игру не могли найти. Только с четвертой попытки нашли только. Угу. Так, нам могу пока БКБ здесь купить. Вообще здесь. Нам бабочка нужна, плюс Мьёльнир. Слушай, надо пойти один раз убить Пэйла. Да, это правда. Я Мьёльнир хочу купить, но вот я не знаю. Ну там файт какой-то. Пока. Но... Ну, без вариантов, да? Да, новый. Помочь! Дубайской авантюре. Дубайская авантюра была опасна. А это легчайший байт, вообще легчайший. Где ПЛ? Господи, бабки? Как же легко.
Прикинь, ты там с гарпуна вылетел. Да. Нормально получилось. Опа, а этот парнишка наш клиент или нет? Ты на Шахрона пожалею на Пуджа? Самого сильного героя взять. Я думаю, что СФ еще из куста хочет тут кастануть. Я думаю, СФ хочет тут кастануть в тени. Ты что? На Зипсе. Хорош на Зипсе. Но хроносфера была лишней, согласен? Слушай, чтобы глота не мозолила, ну я для своего спокойствия сделал. Все нормально. Понял. Ну все, он в тильте на леге. О, это будет сложная ка... Или он выиграл дуэль? Он как-то вышел на мерке. Да, его пуч заставил. Ебать! О! Что? Да? Так бывает. Это авантюра из Дубайска? Та самая. Ты сейчас скрыта пульска? Причем там у СФ шмотки уже как у полукора такого. Он тебе 1400 хп, учитывая, что тебе дохрена брони своей, снял просто за 2 секунды. Как говорится, нефиг хрону тратить, куда попало. Нет! Там и патч здоровый. Короче, Владик, уже без рофлов, тут надо будет тебя солить. Да. Как-то жестко. Ребят, вам не нужно сверху драться, нужно тут провардить и легионку в смоке закинуть. Смоки. Смоки мод. Легионку не замутили. Ее зарепортили за оскорбление. А, все, мути полностью до конца игры. Хомячки обиделись. Я боюсь показываться, там на Слардаре меня просолил просто. У него лагерь-то нет. В этом смысле не просолит. Сейчас все лес пошли бить, когда я с хроносферой. Ну, забайте Легу. Она не хочет, все, она в муте. Да. Обиделась. 20 дуэлей на 30-й минуте, на 20-й точнее. Слушай, ну этого типа надо, там счета один, ты его не давайте по лобби вместе, без хроны, если что. У меня БКБ надо чисто против Линда, который может меня взорвать с Юлу. А у него Юл, да? Да. Так, это оригинал, все правильно. Хорошо, а теперь что? Правильно, можно пойти и сломать вышечку. А, серьезно, по вышечке работаем. Но обидно то, что не забрали ни один килл, да? Такое чувство, что мужик на леге просто заходит не победить, а набить урон, знаешь, вот, в целом. Слушай, у тебя и бара богатый потихонечку, но он появляется. Не, без медаса. Неважно, у него уже мел... это тройка? Нет, это четверка. Он богаче тут леги, нет? Ну это не значит, что пара богат, значит лего нищий. Ну бара много у него, как бы инвиз и весл. Нормально. Все, пошли колы, пошли колы. Рона нету, можно не приходить. Ну один. Владик сам знает, ребята, я ему ничего не буду говорить. Владик хорошо играет. Оригинала мы находим. А, он снял, кстати, темку, но мы все равно его убьем. Ой, нет! Болт! Ничего нет, а прикинь, хороший тайминг поймал СФ. Да. Ну слушай, по Эллу сбить тайминги это нормально на самом деле. Типа, я сейчас встану с хроносферой, надо будет подраться в боте, забрать Рошана. А, нет, сверху Рошан был. Ну, значит... А сейчас, может быть, кого-нибудь еще раз офнуть, да. Как раз БКБшку добить. Шепнуть. Как раз появишься, да. Появишься, будет хроносферка. Не, ну аккаунт тяжелый. Есть, да, моментик? Либо это герой воит такой, которого я правильно подобрал. Я еще не в зоне. Ну не, на самом деле я чувствую, что я это выиграю, если меня челы слушать будут. Они вроде такие... умеют подчиняться. Давайте сверху поиграем, вижн снимем. Хочу Рошана забрать. КБ на леге добивай. Какая настройка ублюдская. Почему она стоит по умолчанию? Это же новичкам просто нереально руинит. Но для кого? Кстати, многие хайпотестники с ней играют почему-то, знаешь? Нет, а для чего? Я с многими людьми записывал и как бы свою дефолтную шутку из-за ловушка попался. Он говорит, нет, это я сам поставил. Может, и актеры? Да я не верю, ну, какое логическое объяснение может быть у этой, типа, кнопки, для чего? Никакого вообще. Ты за ним был смешной, палящий, это типа, чтобы кто-то не залетел? Какой-то 3-2-2, а типа сам.
А ты что, решил просто впитать, потерять все ХП? Да, лучше я впитаю, чем кто-то другой. Я такой. Блять, ну почему нам не надо сверху пушить? Ты думаешь, нашел оригинал? Я чувствую. Давай, нормально. Я не подвисаю, Владик? Не, нормально. А то у меня интернет вырубили, я же с телефонного сижу. Сколько? У меня, знаешь, пролагал момент, когда ты ТПЛ не смог добить. Что случилось, я не понял. Путь вот, вытянул. На лоу хп, да, меня хукнули. Выходим, ребята, движем. Короче, такие моменты надо просто не стапить. Надо просто ждать, пока у тебя челы пойдут сами что-то делать. Это прям первый закон игры в скрытом пуле. Так, ну вообще, здесь против ПЛ есть билд, это Аганим плюс бабочка. Тут МКБ еще надо против ПЛ. На Пуджа будет что-то? Умереть против селедки, минут там снайпер до сих пор. Каждый раз, если есть повод докопаться до Зевса, он обязательно что-нибудь напишет. А ничего, что его в миде убивал? Смотрите, два героя здесь, помогите. Снайпер. Кого юл? Прона надо подождать 10 секунд. Прона, ребят, куда? Домой, братишки! А где оригинал ПЛ? Там, где хотелось бы. Вот он снизу, да. Так, можно развернуть, у меня маны немного. Вот опять момент. Я могу засетапить, но если я буду уверен в своей команде, все будет хорошо. Я не уверен. Помогите, ребят. Нет, не хватило, да, вот про что ты и говорил? Блять, потому банально. Что на легионке мужик решил волевое ТП нажать, покачаться, но это просто бред. Не только, Зевс еще не помог. Там одного болта не хватило в ПЛ, одного болтика. Да, в итоге в три болта меня. Знаешь, что надо было сделать? Не бить СФ, а убивать до конца ПЛ, а потом СФ добить. А ты, я на самом деле там идеально рассчитал, я оставил ХПшки этому Хинду, чтобы чисто молнии было добить. Молнии сдох. Да. Но все равно не хватило что-то, да, ты прав. У него Тараску с реку огромный ПЛ на 30 минут, 6 лотов почти. Mm-hmm. Ну слушай, Владик, шансы тают? Ну вот мои шансы растаявшие. Скрытопульная авантюра. Ну или фаер покупает. Опа, слевки там авантюрные движения какие-то. Слушай, а ТП нету? Нормально, рядом. Можно было бы здесь хороший таймер. Давай этого хотя бы дожрем. Нормально. А да дайте килл уже, а. Давай, аганимчик реально. Туда-сюда, мантель, что там хотел. Ляй сначала надо. Ну блин, честно, как будто и МКБшку нужно, чтобы эркой проблемы не было. Тут много чего надо в этом проблема. Может Батор нужен? Чтобы в хрона просто там-там-там-там. Фиг знает. МКБ больше ДПС дают. Ну да, так спит. Попроси друга, чтобы он принес 2-3 полотенца наперед. Потому что здесь пот придется вытирать часто. Так, ну у меня команду просто магнитит в топ. Я не знаю по какой причине. Да, просто да. Магнитит. Они чувствуют друг друга. Да. Понимаешь? Опа. До нас хватили. Что делать в этой авантюре дубайской? Что, до конца пойдет? Вроде не. Что там, курьер что-то надо должен принести? А я наверх хотел МКБшку затащить, мне что-то не фартануло в моменте. Короче, бард стоит в лесу, вот здесь. И они увидели, как ты двигаешься, и просто за тобой умывались. Да понятно, но, блин, центр покупать. Вон, видишь, где у нас варды стоят? Все на топе, как ты любишься. Я обожаю. Еще обожаю ВРК аганимных, которые будут сейчас нон-стоп неуязвимые. Да. Чего? Это так работает. А что случилось? Я клянусь, я вообще не понял.
пику нажал? А, его пышку кнул. Все. Ну я прав. Авантюра в Дубайске не удалась. Не, ну он не мог никак из-под хрона выбежать, это 100%. Его хукнули. Да. Unlucky. Да не, надо ждать сетапа, ну невозможно с хроном начинать таких игр. Да. Тебе нужно ждать, пока начнется мясо. Угу. Владик, тебе или не знать, блин, миллион игр, миллион ПТС, а тильт потихоньку достигает тебя, я вижу, настигает. Тильтасьон. Бэйл, как там мама. Это диалоги а-ля репорт пикнул имбу. Да. Давай, Блейдик, ультуй. А ты знаешь, в чем прикол? Это парадокс. Если я не сдохну, не начнется таких файтов, момента не будет. То есть, если я живу, никто ничего не сделает. Они же видят, что тебя нет. Да. Ну слушай, вот так вот, Владик, не дается тебе что-то на проклятом аккаунте затащить котелу пацана. Ну а еще не конец, конечно же, но в целом. У них еще все такие жирные мерзкие герои, что на каждого надо хрон уставить, чтобы убить просто. Да, смотри, тут легендарный сейф, еще юла может апнуть, там два юла будет апнуто, в теории. Ребят, вам просто надо дуэлить, не с хрона начинать, не тяжело. Соберитесь вместе, легионка пусть прыгает, и с дуэлью гораздо проще будет. Пэлла мы убьем подо мной. Вообще надо Пуджа убить, ну, если уж честно говорить. Он из... Он воспринял слишком прямо твои слова. Это фейк, кстати. Я не знаю, что это фейк. И зато я не фейк. Чел мне шакл дал. А, нет, это не фейк был, прикинь. Оригинал был. Да. Прикинь, ты тут, просто... Владик? Да, кайфую. Чувствуешь в комментариях уже? Чувствую. Да кому не пуху, у меня нервы просто. Чувствуешь хейт? Хейт? Ты кого позвал? Это что за трика мусор? А Олды знают. А у него точно 10 тысяч? Олды знают, что легенда. Никому ничего не надо доказать. Я сейчас кем куплю? Меня вот эта дура заебала, будем честны. Это слушай, прям... а кто был на пятерке на линии? Ты или снайпер? Что-то забыл уже. А, слушай, ну... Мы там 50-50 порешали. Просто у него, по-моему, хай-левел на карте. Нормально. Ну это круговорот экспу в природе. Блядь! Я не могу это просто смотреть. Чувак на ПЛ видит после того, как я сдохну, как тварь лоу-скильная. Нифига себе, это что за читы были сейчас? Это второй экспу. Базированный. Нет, он его во время прыжка, во время разгона... А, вот там оп стоит. Я думаю, как? Он ему гарпун дал просто. Давай, Владик, соберись. Да чё, я моменты что создаю, ты не видишь? Что за разменная монета? Нормально. Не, ПР умер бы, и даже если тебя там не было бы, то точно ну, так же. Я создал момент, заколил ты чё. А, я понял. Ну ты ж раз сказал, что играть... Рошан, давайте. Я не собираюсь хорошо, потому что я уже разучился. Я буду колить, правильно? Да. Отмазался наперед, это хорошо. А это не отмазка, это правда, ну типа, знаешь, просто ресурсы немножко в другую нишу инвестировал. А чё, колы, по-твоему, это не надо? Вот этих чуваков только и надо, как поводырь просто. Нет, колы это хорошо, но на первой позиции все-таки тоже надо это. Да. Не, ну Владик очень хорошо играет, реально, без шуток. Не в этой катке, конечно, но... Кстати... А, я думал, ты сразу решил Аегис отдать, чтобы это не напрягаться лишний раз. Да не такая разменная монета. Не настолько дешевая. Ну чё, жирный, доигрался? Всё, компэшн. А настройки не слетели? Слушай, а ты не хочешь там какую-нибудь шмоточку приобрести нейтральную? Слушай, есть моментик. Второй тир на позорыч. Или барас ло продать, который у тебя вон в инвентаре валяется. А я... Чё берём? Позицию берем. Так, ладно, короче, Куджа нету, меня, скорее всего, будет... Давай так, больше не умирать в этой игре. Сможешь больше не умереть? Я очень постараюсь. Давай, больше не умереть. Домик ломать. Давай, ты больше не умираешь, а Егис есть. Твоя задача больше выиграть и не сдохнуть больше. Сейчас проверим, как ты справишься с ней. Гомит. Вообще надо задание покупать. Я даю 1-2%, что ты справишься с этим заданием. Ты любишь низкий коэффициент. Азартный.
То есть коэффициент на то, что справишь задание, примерно x100. x99, ладно. Прыгни, Шпелла. А, это не настоящий. Но просто он же меня облаторно сжмет. Скинь список, что с меня пока патч был мертвый, можно было реально его сейчас убить вон там. А я Легу буду ждать. Он на ВР-ку пошел. О, а мы ее убьем. А это наша. Подруга наша. Будешь хрон на нее тратить? Нет. А, не так, он догнал ее, прикинь. Обидно, да, когда столько фарма просто вот... Просто кто-то забирает. Я уже адаптировался на 41-й минуте, наконец-то. Ну, я вижу, да, уже как будто в русло игры поменялось резко. Они без тардары, давайте, ребят, пуш. Несчастный товар. Двадцать пятый. А. Вот так вот. ХГ против ПЛ это вообще кринж. А Его есть ХГ? Вон, тебе дали уже команда. Кол от снайпера. Да. Кол от хай левела на карте, между прочим. Было бы прикольно, если бы таймволк еще. Если бы таймволк не только ХП, но и ману восстанавливал. Прикинь, как было бы прикольно. А, так чё, а чё я вообще парюсь? Я просто стою и фоткаю, ну, зачем? Да. Блять, у кого, брат? За мной ПЛ. Там ПЛ расправился со всеми. Братан. Живи, Владик. Ну вот, видишь, Лего не туда прыгает, все сразу ГГ. А я не могу ничего сделать, к сожалению, тут просто. Ну вот это надо Леги. Да, это на Леги говоришь, что только прыгала ПЛ, иначе ГГ. А ПЛ бэклайн убил просто. Угу. Ну а тут такие герои, ты в него просто не. Да, вот он купил все-таки болтон. Да. А ну вот скажи, я не знаю, Леги, ну по-другому никак, я не знаю. А, вот так вот, вот такая история. Не понял, как он это делает? Чувак, вон видите, на него летит. В центре поставил. Я понимаю, но там с огромной скоростью. Он еще варды таскает, прикинь, Стардари. Это реально какой-то скрытопульск. Ну и че? Ничего не сделаешь. Я сейчас еще убьет здесь, да? Да. Ладно, не буду позориться, когда портить. Просто как герой. Так, Владик, первая игра с игр, да? Идем next. Хорошо. Ребят, вот так вот. Реально скрытый пул. Ну, теперь я тебе дам право выбора. Ты сам выбираешь героя, на котором ты хочешь сыграть. Окей. И посмотри, сможешь ли ты в этот раз развалить. Не, ну первый разыгровочный, я хотя бы понял, что тут вспомнил, как надо играть. Ты же помнишь эту легендарную разницу, когда ты бустер, и ты примерно понимаешь, что на лоу-ПТС делать, когда ты другие паблики играешь, и тебе непривычно. Или когда ты хай-ПТС игрок и думаешь, что сможешь по-другому. Есть такой момент? Да. Ну, будем отмазывать тебя как можем, просто всячески. Угу. Ну, у нас, кстати, по нетворсам прям такое чисто... И что все фармили. Теперь я не обязан сосать, могу подумать. Смотри, теперь это не надо пикать файда тебе, то есть ты пикаешь, что ты хочешь. Ну, фпшишь. А, ПЛ, да, значит? Да. Грязный Джо. Слушай, да, кстати, получается? В Дарксира это жестко, все равно. Ну, тогда что-нибудь другое возьму. Да, смотри сам. Смотрю. Когда тебя обоссал ПЛ, теперь буду я ПЛом, да, который будет сать. Да. А босс он и ПЛом становится ПЛом. Знаешь, как вампир ходу кусает? Угу. Покажешь нам тэквондо на ПЛ? Помнишь, ты мне писал, что это скрытая имба, самый сильный герой, просто никто не шарит? Уже прошарили, уже даже винрейт показывают все демонстративно с этим аспектом. Все поняли. Да, герой оказуалился, вот даже гайд на него выпускал. А в чем его простота? В чем простота? Рассказываю. Теперь иллюзии автоатачат крипов вплотную. Во-первых, они спавнятся вплотную к крипам, то есть они не пробегают дистанцию, они инстабить начинают, это во-первых. Во-вторых, они начинают пропадать сразу, как только крипы умерли. Ну, то есть они не блочат компы. Это очень удобно. И в-третьих,
Да, просто контролить меньше надо. Теперь тебе надо контролить только там золотую первую иллюзию. Ну, то есть, ты вообще да. кайфуешь нереально на этом герое. Даже можно иметь двузначный IQ. А что? Подожди, я не могу взять всех иллюзий, выбрать в одну этот, кнопку и атаковать, направить куда-то? А, только тех, которые ты заспавнил со скиллов. То есть, которые с ульты, а. Они сами спавнятся. То есть, они не подконтрольные больше, да? Да, они не подконтрольные. Высру КП. Опять начали драфтов докапываться. Высру КП. А, это он сейчас своего булит. Понятно, почему тут такие игры. Тут, видишь, никто ничего не может говорить, могут писать только. Это чисто так? Потриггерить? Это искусство войны. А ты прикинь, слышишь его? Задавил. Не, знаешь, что я хотел сказать? Ты прикинь, ПА сейчас это читает, а у него порядок сейчас не сходит, не может не писать, не говорить. Не может, впитывает просто молча, да? Да, да, и просто в тильте. 50% интернет. О, позор. Ответка пошла. Ну, 1-1. О-о-о, удаляй, удаляй. Хорошо. Какой пинг у тебя? 300. Написал. Удаляй, Владик. С нулевой будем триггерить, Владик. Ребят, у него будет двойное давление. Я буду его триггерить, всячески провоцировать. Ладно, повезло, ВИЧ-доктор тут душит уже с нулевой пацанов. Триггерить его. Еще у него команда там вот эта вот скрытопульная туда-сюда игра. Посмотрим. Ну, окажем давление на его психику и посмотрим, как он справится. Я официально топ 1000 по адекватности, а по менталочке в топ-10 ладдеров среди дотеров. А коэффициент интеллекта, как говорит старый бог? Или ICQ на твоем языке? О, ну тут сразу все понятно. Не, ICQ хороший, приемлемый, дышабельный. Меняется так, в зависимости от подожди, настроения. Подожди, дышабельный или дыхабельный? Как? Вот мне просто разные люди по-разному говорят. Вот, снимая с разными людьми, один говорит дыхабельно, один говорит дышабельно. Ну, непонятно. Вообще дыхабельно по пислабскому. По пислабскому, нашего братишку ВИЧ-доктора. Он что-то решил Наталова. Ну слушай, с фармёшкой проблем нет пока что. Да и в прошлый раз не было. Ну в прошлый раз, я говорю, такое же начало было, но сори. Ты знаешь, что я заметил? Вот я сейчас задумался над тем, почему не пикают ПЛ. И заметил, что на простыне его вообще не пикают. А потому что я не помню последний раз. Когда, я не помню последний раз, когда вообще когда брали ПЛ. И Тора пикали ПЛ, и этому... Эпилептик в пику. Ну это давно, наверное, было. Не, ну там где-то полгода там интервал. Ну короче, пикают, во-первых, задром ПЛ, то есть не на любого игрока этот персонаж. И во-вторых, он очень легко закрывается. Особенно в компетке. То есть, mm-hmm. если ты даже играешь фридрафт на ПЛ, если ты линию поел, тебя могут. Ой, задушнит прям жестко. То есть тут такой момент, что ты можешь просто не камбэкнуть. А маленьком не попал, да? Да. Лотус заберешь, братан? Лотус, а не лотус. Лотус. Доксир заберет лотус, да? Не, ты забрал, смотри. Что-то быстро. А ты степнулся на базу, что ли? Ну, как-то пытался играть на ПЛ, не понравилось, может, когда еще на керри играл. Mm-hmm. Не, мне он очень нравится тем, что это один из немногих керри, который в современных реалиях может 1x9 поиграть. Просто за счет того, что он может на ласт пик прям закрыть всех. Как в прошлой игре мы наблюдали. Давай ДС. Больно. Да, сейчас. Да, еще бинтон. Пусть тот чувак, который до Талова не будет покупать ресы. Да, да, есть, я да? тот самый. Супер жадный керри. Не, я просто... научился обузить этих знаменосцев, которые под вышкой тебе довольно много хп-реген дают, обузить каким макаром. Я, короче, линию держу и стараюсь, чтобы его доталово не убивали. Ой-о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 й-
Это была месть. Сейчас в кусты встану, как писать. Пойдем на пачку, пачка на меня выйдет. Так, надо запиндить. Двойной щиток.
Да. Раньше ты на ПЛ худ быстро покупал против ДС и кайфовал, сейчас так не получится. А сейчас шмотка худ вообще существует? Нет. А, убрали, да, кстати? Сейчас точно. Шраут. Сейчас шраут, либо просто клоак, который 20% дает. Раньше, по-моему, клоаку 15 давало. Ей стоило 800, а сейчас она сколько стоит? Сейчас... Или 450 она не, стоила? Не, сейчас 550 стоит, да, раньше она 400 с чем-то стоила. Клоака? Да. Так 4550, еще она стоит больше намного. Да? Да. А где? Ладно. Ладно, разменяли. Тебя разменяли. Как обычно это делает Керри, но только этот в этот раз... Почему он фоткает вот здесь? Я не понимаю, почему он не может выйти. Тильт начинает потихонечку. Бросил мне, сбросил. Тебя, братан. Что-то еще? Теперь ты саппорт. Теперь ты сап. Это был мой осознанный выбор, насрать ПЛ, так что все нормально, я не жалуюсь. Ну ты же наперед отмазался еще в прошлой игре, что ПЛ это дефолт, когда ты 3 раза сдохнешь, а потом камбэкаешь. Это не отмазка, это база. Тут, кстати. Наглядно это показать, да? Угу. Еще наглядно надо лотус забирать. Это же самое мемное, то что Дарсир щиток на фею кидает, который с Риджи фигачит. Да дай Малик уже. Не, маны нету. Могу мне воду сдать, но не хочу. Не заслужу. Не. Ну он вроде солит. Ну слушай, он фейку наказывает. Не, не солит, потому что он не включает хилку. Хотя. Ну слушай, а когда будет у него 5-й левел и будет щиток левел 3, мне кажется, тебе будет максимально неприятно тут сражаться. А, честно, не хочу его дефать на вещдоктор, я просто буду на свой фарм играть. И... Тебе нужен левел быстрее, да, похер на него. Так, можно маленький пулить еще. Можем махнуться лами, хочешь? Не, не хочу. Все нормально. Я против, братан. Я против. Просто пустой лам, товарищ. Ну кидай ты... Малик долго кидает. Очень долго. Там вообще наводка прям страдает. А слышал, по-моему, не знает, как это работает. Он, что Малик, а потом берет дэмэдж. Походу, да. Я просто жду до талого. Вард поставили. Угу. Окей. Не знаю, когда против Нагата что стоял на турике, играл он примерно раз 15 лучше. Что случилось, Владик? Я на отдыхе. На тебя, я заслуженном отпуске. Все хорошо. Неужели скрытый пул не так повлиял или прошлая катка? Не. Все, горе побеждено, мне нет оправданий. Что левел есть, победа будет за нами. Это неуверенно звучало. Будет за нами. Тебе повезло, у тебя тень огромная будет, которая затащит катку. А если представить, что игра на жизнь? Мы ж тут не засолим? Как это? Дилемму, знаешь, что легендарно? Да, да. Но есть мнение, что чем больше начнешь париться, чем сложнее становится игра. Да, это правда. Знаешь, бывает такие... Лучше убиду. Типа... Убили. Нифига себе, он еще и пнуть смог правильного. Бля, что? Да, фантомка еще и выживет. Или? Не. Я так понимаю, в твоей парадигме я могу в соло только руин. Ну, слушай, у тебя был шанс проявить себя в прошлой катке. Mm-hmm. Здесь тебя тащат. Но подожди еще рано. Рано еще. Радоваться. Я на себя так-то 2 героев стягиваю, между прочим, пока там команда бегает. Не, импакта... Миллиард импактов. Сейчас тинник только сейчас. Импакта очень много. Ну ты где ПЛ сейчас спросят? Спасибо, что снял на камеру. Ну-ка, Фир будет кастовать? Дожираем, да, значит? Соло. Ребят, пытаюсь всячески давить морально на Нагатыча. Да я непробиваемый, меня хоть вообще... Не, не ври, ты сгорел на вьюдоктора пару раз. Было. Было войс, не было войс. Просто... Нет, ну так чисто. Ну было, в целом. Затриггерил он тебя профессионально. Ну посмотри на вилку, он там реально гений играет. А у меня вьюдоктор. Если бы у меня такое было... Я бы был уже супермен. Вон у тебя тени, посмотри, блин. Всю карту кошмарит. Правда, сейчас все сдохнут на боте. А я ушел с тонущего корабля. Чтоб нейтралка была в компьютерной игре, Дота часть вторая. О!
наколдовал. Ну Брумка это вообще имба. АПЛ. Знаешь почему? Сейчас скажешь, потому что можно бить Рошана там или что там было? Не. А че? Старый бог. Не ожидал? А, это тролля была в Брумхэд, то, что ты можешь Рошана бить, что он тебе даже не коснется. Не, тут ты можешь бить вплотную, и у тебя пассивка будет прокать от рэнджи. Блин, правда, скрытый пуш, а тут нельзя это. Заспавненных иллюзий отводить, чтобы стакать себе. Дай пуп. Видишь, то, что руина все-таки имеется тоже. Ну, микро. Глуп он там. Слушай, а ты много пользы приносишь команде? Очень. Ты там 0-0-0 написано или как? Я не вижу. Я тоже не вижу. 1-1. Значит, ты взял героя, чтобы симулятор фарма показать, правильно? Да, А что, ну, на ПЛ другого геймплея нету, как бы. Прошлый ПЛ вообще там 3 раза нафидил. Да, да. Ну не, ну по факту ПЛ разве по-другому можешь играть? И пока есть время, надо фармить. Ну слушай, единственный раз, когда ПЛ мог как-то активно играть, когда фаст дефуз на него покупался, и ты линию солил. И тогда да. Угу. Тогда ты мог что-то навязать. Но Аганим это самый такой. А ведь доктор от таверны к таверне. Только вышел опять обратно. Сникс хороший чар против ПЛ. Может меня... Он... Стопной, да? Потому что ХП мало. Да, тут надо против него шраут покупать. Чисто против него. Ну, либо линку. Такое. Так, какой он еще аспект взял? На... О, это нормально. Подо мной нюкс. Можно рейндроп. Я думал, сейчас будет сейчас асфальт 8 петь. Не-не, вот такой... Я вообще про эту песню узнал, когда она только уже вышла из трендов, все, я не шарю. Че там подо мной, что ты там... М5, асфальт, пусть. Го, поможем. Мне же реально... Давай, никса дожрать надо, как-никак. А то он так и так умирает. О, Тини же заиграет, господи. А, и вот так возможно? Угу. Что? Где в соло? Соло. От Тини. Хорошо. Соло на Тини хорошо. Старый бог. Старый бог. Надо с выражением говорить. Извините. Я на ПЛ без диффуза иду гангать фантомку, понимаешь? Сколько это вообще сигма му? Нет, не понимаю. Да, давай, Андерсил. Давай, и Дарсильчика. Бабушки расскажешь. Че Dragon Scale имба на ПЛ? До сих пор, насколько я знаю, работает на товара, даже на иллюзии. Сейчас проверим. Давай проверим. Она, понял, она не поджигает, она тиками. Да, чисто по дэмэджу визуально вроде работает. Ну слушай, это легчайше. Ну, вряд это ли что... Игорь когда-нибудь выиграет. А кто у нас Игорь? ЛТВ на фантом. Опять на фантомку все свалили. Где? Бедный чувак ничего не сделал там. Слушай, мой предикт про Акбайера... Да, я уже говорил. Да. Вы что, охуели? А, это медовый, тогда можно. Да, прощай. Так, ну ты не пользуешься респектом в этой команде. Слушай, Керри никогда не пользуется респектом. Он либо 5 репортов ловит, лишь 4, либо просто, знаешь, ну просто он был, просто был и все. Как статистика. Но нынешней мете Керри это дерьмо позиция. Да уж сколько лет это кусок дерьма, ты думаешь вот, почему? Я вот сидел, жрал говно, там, на 9000, просто роль поменял. На мид. Чуть-чуть просто попукивать на миду начал. Я нуб тотальный на миду, вообще даже спорить не буду, но много ума не надо, чтобы на каком-нибудь праймал бесте просто с 6 уровнем под сайды выйти, растоптать, и челы сами полыхнут, байбекнутся. Вот реально. А на кей... Не, ну вот на тройке сейчас легко апать именно. Да, да, на тройке, это... на миде. Но мне больше мид нравится, если честно. Просто на тройке там больше скилла нужно. Как бы на тройке сейчас просто больше меты. Вот в данном патче сейчас на тройке лучше всего играть. Если хочешь апать конкретно рейтинг, типа. Ну а если ты прям скилловый тип там на своей роли, то на миду тоже апнешься там. И на керри тоже апнешься. На керри просто сейчас не имейте герои. Все герои дерьмовые. Ну реально. Но если ты замечал последние, там, не знаю, года 3, самые такие скрытопуль. Ой, не скрытопуль, наоборот, имбовые герои на керри они были
чисто силовики такие топорные, типа Найкс, ВК, ЦК, всегда вот такое. Да, да, да. Сейчас... Когда уже делают с Ларка сильным там. Да, вот акильщики, они нюхают Бибу уже сколько лет. Под... Не, ну было, было, дровка была сильная, помнишь? Морф там одно время что-то. Ну, это такое, знаешь, их... Они играют на пару месяцев. Погулять. Да, да, и да. Все, и сразу в помойку. Выпустили погулять на пару дней. Это как, на... как СК, блин, я вот на СК только начал играть, когда он был имбой, сразу понерфили. А вот Twitch Doctor, который с Маледиктом бегал, говорит, два месяца, там полтора месяца бегал, его не фиксили. Мне кажется, если бы его фиксанули, там половина бы 2К паблика просто на Reddit бы ушло плакать. Это же самый кайфовый герой в планете. Твич Доктор? Да. Не, ну то, что вот этот вот, знаешь, аспект, где он бежит, конечно, просто маленький. Конечно, я же записывал на канале у себя Твич Доктор. Он, посмотри, что он взял на флешке. А ты когда-либо выиграл? Да-да-да, философ. Когда я выигрывал, ну, игру. Реально философ, Кант какой-нибудь. Как Рит его булит, ни за что. Не, ну, Джон Псина, конечно, нормально булит его. Так ты представь, то, что мой аквайерский спич в итоге зарешал. Теперь фантомку реально просто затильтили, и он не хочет играть. Блин, Тини, вот почему не фиксит, я не понимаю, это шимба. Я сейчас на миду слишком сильный герой. Даже на мид 4 тире. Ну это незаконный дэмэдж. Не, понятно, да. Что причем, бустер на ПЛ. Причем, знаешь, да. Причем, знаешь, в чем прикол? То, что этот аспект был самого с нулевой, но все брали другой. Потом только про аспект с тосом прохавали. Я думал, его прохапали немножко. Ну, может, чуть добавили что-то. Ну, в любом случае. Не, ну ты хорош. 4-1-5, 27 килов в команде. Не, импакта много, да. Так, пойдем от противного. Лайнер проиграл? Нет. Умер 5 раз? Да, 2 раза сдох на линии. Какие 2 раза? Одна смерть. А, ладно, не получилось. Тише. Один раз сдох на линии. Против Драксира не считается. Кто подорвет белку? Ну то какой-то будущий киберспортсмен на Тине играет. Такой инициативный, прям, знаешь. Горит игрой. Ребята, давайте. Не-не-не-не. А давай его потриггерим, ну-ка. Ладно. Сейчас подумаю. Я не такой, я могу, конечно, так. Алло, чел, ёпта. Не, не так, не так. Я имел в виду потриггерить, пойти по фланту. Ну, знаешь, по Т4 попиться. Чтобы он же начнет с этого гореть. Тогда в комментах там 0 позитива будет от тебя. Слушай, подбирать. У тебя уже так уже 0 позитив в комментах. После первой игры, так что нормально. Хорошо. А можно мы ПЛО первым покажем? Нет. Вот. А чё? У тебя бомб-хендл, и все равно иллюзии впритык становятся. Какой бомб-хендл, ты чё? А, ты ж поменял, блин. Это называется, когда ты записываешь 3 видео в день. Пробки информации. Слушай, а как так же можно было вставать впритык и бить, да, чтобы у тебя пассивка не прокола? В плане, ты имеешь в виду, чтобы она... Ну, ты бьешь чувака не с рейнджи, а вот просто впритык фигачишь его, у тебя пассивка не будет прокать, правильно? Ну, можно отключить. Нет, даже раньше же не отключалась, помнишь? Ну, там можно рейнджу обузить, типа... Я немножко не понял, о чем ты, но... Ну, люди раньше, чтобы затриггерить пассивку, не отбегали на 100 рейнджи, да, и заново ее триггерили. Потому что притык она не триггерилась, я про это так говорю. Так она и сейчас особо притык, ну, она именно на рейндж пойти. Ну, вот поэтому ты говоришь, что с брумхендлом, да, она работает, типа? Да, да. То есть, смотри, тут минимальный рейндж, то есть, если я прям вплотную подхожу, бью. Да, да, да. Я про это и говорю, да. Ну раньше, как будто, значит... да, раньше был побольше. Сейчас просто из рейнджа атаки надо выйти. Ну это такая, да, накалиточная. Буду считать, что ты внес свои 20% импакта здесь. Куда ты? На, патроном по башке. Репорты сэпу, моли. А чё не па? Машина в пати? Не понял? Я тоже не понял, чё это сейчас было? Откуда у меня койл прилетел? Откуда у тебя дал койл, реально? Как будто в кастом какой-то зашёл. Подожди, нажми на него, нажми на сэфа. А, уже всё, да? А, смотрите, может, у него даггер есть?
Может, он дал третий издалека, и издадера отпрыгнул. Псина МВП. Он псина, но это понятно. Точно не ты. Не, не было у него даггера. Это какой-то иллюминати, я не знаю, произошло. Да, это какой-то баг. Не, ну спасибо. Спасибо. Первая игра все показала. Я от тебя все зависело, ты не справился. А здесь, ну, тут свои 20% внес. Молодец. На 4 КПТС. Ребят, душу Владика до конца. Это все шутки еще. Сейчас подумаю, что я какой-нибудь злой чел. Да, у меня психолога оплачивает после ролика, все нормально. Ребят, я просто с Владиком, так сказать, так общаемся. Ничего, не засолил, но реально, посмотрите, 4.1.8, что это такое? Ну, аккаунт реально такой, имеется к нему вопросики. Да, много вопросиков, мои игры не могли найти. Там просто реально доджится, не загружается, как будто реально агентов подборных закидывает. Есть моментик.